И раз, и два, и пятое, и локти поставили. Усё жыццё ў танцы. За плячыма Ганны Ляўчук Пінскі каледж мастацтваў, народны фальклорна-харэаграфічны ансамбль «Пінская шляхта», заслужаны ансамбль «Танца радасць». Апошнія 20 гадоў Ганна Міхайлаўна працуе з дзецьмі. Любімае тварэнне, якому яна прысвяціла сябе, ансамбль эстраднага танца «Прэстыж». Калектыву 18 гадоў. У 2009 ён атрымаў званне «Узорны». А апошнія 2 гады навучанне харэаграфіі тут вядзецца на павышаным узроўні. 2 года назад программы защитили и получили такое звание, достаточно огромное звание повышенного уровня. Вот. И мы на сегодняшний день детям выдаем дипломы государственного образца, и дети сдают государственные экзамены. У коллективе занимается каля 200 дзяўчынок от 6 до 18 годов. У репертуары десятки постановок, не меньше дипломов и кубков разных конкурсов и фестивалей. И на каждом первое место або гран-при. Секрет успеху, говорит Ганна Ляўчук, не складаны. Я очень люблю свою работу, я люблю очень своих детей. Вот. Это очень приятно приходить на работу, когда дети улыбаются, когда дети тебя обнимают, когда рассказывают каждое утро какие-то интересные истории. Створить коллектив с нуля и заработать его лучшим – складанный шлях. Але Ганна Ляўчук николи не шла по им у одиночку. Заусёды побач коллеги и верные помощники. Моцная педагогичная команда – еще один залог успеху коллективу. Я думаю, это благодаря той команде, которая у нас сложилась в коллективе, потому что здесь все вместе работают. Нет того, что вот один какой-то педагог себя проявляет, и он показывает, что вот я такой хороший. Нет, у нас здесь все педагоги работают в тандеме. Анна Михайловна у нас идейный вдохновитель всего этого. Она старается прививать культуру и детям, и нам в первую очередь тоже, потому что, естественно, с нас копируют дети все. Тое, что коллектив – одинная команда, усведомляют нават самые маленькие его удельницы. Усе, як одна, марать быть подобными на своих педагогов. Что они знают нас, они тому и учат. Они всегда помогают нам, если у нас что-то не получается. Мы танцуем в ансамбле для того, чтобы у нас держали спины красивые, чтобы мы всегда могли показать, какие мы девочки хорошие, красивые. Нам очень нравится здесь работать, потому что нам помогают педагоги, и мы все друзья, и нам легко работать вместе. Дети не выпадково называют занятки работой. Уже зараз яны разумеют, как быть первыми, треба працавать. Мне очень нравится Анна Михайловна, она очень добрая, она все, что она знает, она хочет передать это нам, чтобы мы всегда побеждали. И я считаю то, что и Анна Михайловна, и с Галиной Вячеславовной, и с Анной Александровной мы всегда будем первыми. Перемоги у конкурсах и фестивалях, гоноровое звание «Наставник года», а теперь вот и новое признание заслуг, подяка премьер-министра Беларуси, не дают Ганне Ляўчук подставы спыняться на досягнутым. Сама ж яна сярод усіх узнагарод отзначает самую галоўную – народное признание. Мы получаем первые места, мы получаем гран-при. Да, это приятно, да, это высокий уровень. Но когда родители сами вот приходят и говорят, что мы хотим заниматься только у вас, только в престиже, ну, значит, есть какие-то результаты. Для меня это высокая награда, когда люди оценивают со стороны. Именно народная награда. Людмила Салзна, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».